День рождения маленькая Полина отмечает в кругу семьи. Весело и шумно, ведь их у мамы пятеро. Родители говорят, что чем больше детей, тем воспитывать проще. Учатся всему друг у друга. А вот семейный бюджет приходится держать под постоянным контролем. Социальные выплаты – большое подспорье, говорят родители. У нас в марте месяце родился ребенок. И как раз здесь мы поучаствовали в программе господдержки для многодетных семей. Это российская госпрограмма, не только в Одинцовском районе действует. Компенсация на выплаченную ипотеку 450 тысяч. И вот буквально 2 недели назад перечислили на счет и погасили основное тело ипотеки. Вот, скажем так, это как раз-таки очень весомая поддержка оказалась. Кроме этого, семья Петраки постоянно пользуется льготой по оплате коммунальных платежей и детского сада, компенсацией на школьную форму и получение лекарств. Главное – контролировать изменения в законодательстве и вовремя подавать необходимые документы. Пособие на детей федерального значения подлежат к зачислению с 1 июля только на карты системы МИР. Что это значит? Это значит, что выплаты, которые назначаются вот как раз в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячная выплата по уходу за ребенком, пособие по безработице, но это уже не касается немножко деток, да, это все зачисляется только на карты МИР. Кто не имеет таких карт, следует поторопиться с оформлением, говорят специалисты. Новые реквизиты можно отправить в отделение социальной защиты по электронной почте. Кроме этого, вступили в силу новые правила выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Тем семьям, в которых выплата пособия от 3 до 7 лет не позволяет достигнуть уровня прожиточного минимума, это пособие назначается в повышенном размере. Либо 75%, либо 100% от прожиточного минимума. Сумма прожиточного минимума в Московской области составляет 13 580 рублей на человека. Заявление на эту льготу подается через портал госуслуг. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».